Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. В эфире передача. Меня зовут Евгений, а рядом со мной стоит... Лидия. Не будем темячиться. Крутите сразу барабан. Крутите барабан сразу же. В смысле? Вы не знаете, как крутится барабан. Так. Все? Пока он крутится, расскажите немножко о себе. Ну, меня зовут Лидия, мне 25 лет. Работаю я на производстве, делаю реснички. Сейчас гуляю. Сектор вопрос на барабане. Мифический крылатый конь – символ поэтического вдохновения. Пегас. К сожалению, у меня не написан ответ. Но вроде бы должен быть Пегас. Вроде бы быть должен Пегас. Это правильный ответ. Крутите барабан. Что там вы про реснички? Ну, ресницы делаю для наращивания. Это подарок за то, что вы ответили правильно на Пегас. А может быть, это было неправильно, но я сам виноват, что я не написал ответ там. Что вы там говорили? Ресницы для наращивания делаю. Mm-hmm. Продолжайте. Ну, в принципе, в бьюти-индустрии сейчас работаю, пока что. В какой индустрии? В бьюти. Это что-то связано с бьюти-индустрией, правильно? Да. Итак, внимание на табло. Все мы видим, что там 5 букв. Хорошо. Падать – часть жизни. Подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счастливым – это твой... Путь? Нет, 4 буквы. Какая буква? А. Нет такой буквы. Крутите барабан. А бьюти-индустрия, реснички. Да. Что еще? Ну, я не знаю, что еще сказать. Ну, что-нибудь, как настроение, куда, чего там, а за когда вот было это дело, то почему и зачем? Говорите, алло. Я не знаю, что рассказывать. Я сейчас снимаю видос. О, сектор приз на барабане. Приз или деньги? Давайте приз. Все-таки 27 рублей на дороге-то не валяются. Отлично. Приз или деньги? Приз. 100 рублей. Хорошо. Приз или деньги? 100 рублей или деньги? Или приз, или деньги с призом, приз? Приз. 200 рублей. Приз. Приз в студию. Хорошо. Итак, это ваш приз. Хорошо, спасибо. Я просто не подготовился, не купил ничего там, не нашел приза. Нет, типа это приз. Там, ну, это ладно. Приз. На кофе хватит. Да, ладно. Мы продолжаем. Буква. И. Такой буквы нет. Крутите барабан. Пока крутится барабан, надо чем-то все это занимать, какими-то словесными... А можно какие-нибудь вопросики наводящие? Хорошо, что вообще был за вопрос, который я озвучил вам? Что-то про жизнь, поднятие, спуск и так далее. Падать – часть жизни, согласны? Да. Подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок. Возможно. А быть счастливым – это твой... Быть счастливым – это твой. 5 букв. Какая буква? Буква В. В. Буква В? Да. Есть такая буква, и это первая буква. Ага. Крутите барабан. Куда путь держим? Да, я просто гуляю сейчас. Отдыхаю. У меня отпуск сейчас, я радуюсь. Где работаете? В «Провзгляд» компании как раз-таки для обучения проводится там. Именно бьюти-индустрия, там, наращивание ресниц. Я прошу прощения. У нас музыкальный сектор. Моя жизнь как пасьянс.
Моя жизнь как рулетка, то провал, то вдруг шанс, то триумф, то потери, то везение во всем, и не так это редко. Где там? О, Лари. О, Лари. Все случается со мной. О, Лари. О, Лари. Все случается со мной. Нет обид на судьбу, на друзей или случай. Я не знаю, что это за песня. Вам не надо ее знать, это была просто рекламная пауза. Буква. Быть счастливым — это твой. Твой В. Мой В. Господи. В. Какое слово на вы может быть? Вагомет. Вагомет? Что это? Это слово на В. Называйте любую букву. О. Есть такая буква, предпоследняя буква из пяти букв. Ага. Так. Буква В. В. Буква А. Буква А. Буква О. Ре. Что Ре? Буква есть. Внимание на табло. Есть такая буква. Есть. Боже мой. Падать – часть жизни. Подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счастливым – это твой. Господи. В. Крутите барабан. Но ты можешь быть счастливая, а может быть несчастливая. И чтобы быть счастливой, тебе достаточно просто сделать этот... Ну, ты сидишь такая и думаешь, эх, как все грустно происходит. А в целом ты можешь так и не думать. Это твой. В. Что за слово? О, сектор, обычный сектор на барабане. Буква. Так, сейчас... И. И. Буква И. И. Пусть будет. Нет такой буквы. Это был пранк. Есть такая буква. Вторая буква. Вы. Выбор. Вы что? Выбор. Выбор? Выбор. Или выбор? Выбор. 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 Итак, внимание на табло. И это правильный ответ. Браво! Мы вас поздравляем. Передайте привет, я пока схожу за подарками. Всем привет. Маме, папе там что-то. Моей маме, моему папе и моей подруге. Хотя сомневаюсь, что она это смотрит. Вот ваш подарок. Спасибо. Еще один кофе. Эта передача подходит к концу. Спасибо, что вы ее зырили своими зенками и слушали своими перепонками. В описании не забудьте зайти. Почитайте, просто зайдите и почитайте, что есть в описании. Всем пока. Пока. Спасибо тебе большое. Спасибо. Понаблюдайте за тем, что происходит, что я делаю. Поддержите мои движухи. Чтобы я не 200 рублей давал победительнице, а 20 тысяч рублей. Все. Всем мир, всем пирс, всем так, чтобы не было слез, чтобы не было горя, и чтобы люди не оскорбляли друг друга, не обзывали друг друга, не били друг друга, ну и, естественно, не убивали друг друга. До свидания.